своих. Я сейчас, парни, расскажу вам. У нас есть такая традиция. Как бы. Всегда, когда хулиганы празднуют праздники, они всегда находят минуту, чтобы вспомнить наших близких, тех, кого уже нет с нами, парней. И эта традиция пошла от президента Клопинского отделения Лехи Соловье. Он был такой, знаешь, дедушка ВДВ, и у него была любимая песня. И уж так получилось, что каждый раз, когда мы празднуем, когда мы радуемся, когда мы наслаждаемся этой жизнью, мы всегда находим минуту, чтобы остановиться и вспомнить тех, кого нет с нами сейчас. У каждого из нас есть кого вспомнить. И у нас в клубе, и вообще у каждого, в принципе, есть кого вспомнить своих близких. Без памяти нет нас, без памяти нет будущего, без памяти нет настоящего, без памяти нет ничего. Поэтому мы всегда помним и всегда в минуту радости, в любой момент, как, чтобы у нас не было, как бы нам не было хорошо, там, прочее, прочее, мы всегда находим этот момент. И сейчас песня, она уже такая практически наша клубная, песня десантников. Ну, Леха Гризли хорошо ее знает, поэтому, ну, хулиганы все знают, что делать. Я пойду, я же тоже хулиган, ёпта.